сдвигали континенты, меняли климат и ландшафт, обеспечивая смену эр, периодов и эпох. Природа дала жизнь всему живому на Земле, включая человека. Но именно человечество в начале 21 века приблизило планету к краю пропасти. И только на краю пропасти многие ощутили настоящий страх. Что если завтра не будет? Но шанс спасти мир еще есть. Человечеству, как воздух, нужен сегодня поиск компромисса. Мир больше не может делиться на коалиции и союз, на своих и чужих. Спасибо присутствующим, спасибо нашему лидеру Владимиру Владимировичу за то, что в наше время, как всегда, выступить на форуме и рассказать, что нас ждет с экономической, не только с экономической точки зрения. Спасибо за вашу поддержку нашего форума и нашей страны. Мы это очень ценим. А пока я попрошу вас, Владимир Владимирович, выйти в пюпитру и рассказать нам, что нас всех ждет. Спасибо. Большое спасибо, уважаемый Касым Джамат-Кумирович, уважаемые друзья, коллеги. Я приветствую участников и гостей юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, ситуацию, в которой оказалась глобальная экономика. Подробно остановлюсь на том, как Россия действует в этих условиях, подчеркивая, что эпоха однополярного миропорядка завершилась. И, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета. Не получается захмуться от населения, то его стараются изолировать. Затем начали защищать экономику ликвидностью и оборотным капиталом за 70%. И продолжает снижаться. Экономическая динамика Аранди на аучок на аранди на аучок.